вот эта коллекция. Но это не просто коллекция, эту коллекцию продают. И с одной стороны, такие фотоаппараты уже никому не нужны, уже никто не пользует фотоаппараты с пленкой. Но с другой стороны, какая интереснейшая история. Вот. Фотоаппараты продаются дешево. Большинство из них стоит $50 или ниже. За $50, в принципе, можно просто один раз в ресторан ходить, в который американцы часто ходят. А тут можно купить такой кусочек истории. Когда я была маленькая, мне жутко нравились камеры-гармошки, вот такие. У папы несколько таких камер было, мне давал поиграть с ними. Вот, а теперь они почти в музее. Вот они все гармошки стоят. Вот такие камеры мне жутко нравились.